Привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем нашу двадцатку лучших песен от Виктора Цоя. И мы разбираем песню «Спокойная ночь». Рассмотрим аккордики этой песни. Как вы поняли, песенку можно играть и под соло-партию. Она так звучит интереснее, прикольнее и понтовее. Или можно просто по-простому сыграть эту песню аккордами. Итак, смотрим табулатурку. Рукой обратите внимание, если играть медиатором, для того, чтобы на акустической гитаре был такой прикольный переливчатый звук, мы играем от подставки до грифа и обратно. И она будет звучать, не знаю, как передаст камера, но все-таки. Вот. Точно так же смотрим табулатурку во время куплета. Крыши домов дрожать под тяжестью. Это было в ля миноре. Дней. Это было в соль мажоре. Небесный пастух. Давайте разберем аккордики. Крыши домов дрожат под тяжестью. Ля минор стал соль мажор. Вот.
вот, смотрим бой. Просто. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Наш любимый бой. Обратите внимание, переход на третий куплет. Ре минор. Соль мажор. Рекомендую играть первый куплет под соло, второй куплет под вот этот бой, а третий куплет уже мощно с экспрессией. Соседи приходят и слышат со стук копыт, мешают уснуть, тревожит их сон. Ну, в общем, вы поняли. Ставьте лайк. Следите за нашими уроками, подписываясь на канал. И самое главное, играй как Бенедикт.